Кредитование студенческого образования может возобновиться в 2018 году. Об этом сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева. Программа, по которой студенты вузов обучались с помощью кредитов на образование, работала до 2016 года, была временно прекращена в связи с оптимизацией, но будет продолжена. Сейчас ведется окончательное обсуждение этого вопроса с Минфином.